Друзья, всем привет! Моя красотка орхидея кимоно. Ну, по крайней мере, я ее так назвала, потому что она очень похожа на кимоно. Я ее покупала, наверное, 2 года назад. Она регулярно цветет, но она все равно маленькая. Цветочки у нее среднего размера, сама она не крупная. Не особо быстро она как-то растет. Ну, главное, что с ней все хорошо, что она меня периодически радует. Раз в год она точно у меня цветет. Я уже вам, мне кажется, показывала цветение. Вот такая вот красота. Не замечала у нее аромата. Поэтому про аромат ничего не могу сказать. Такое вот у меня коротенькое видео. Просто вам показываю. Давным-давно уже вам не показывала моих орхидеек. Вот, наконец-таки, я решила вам сделать такие миниатюрные обзорчики. Коротенькие. Просто показать, как они у меня цветут. Какие цветут. Кстати, не буду делать отдельное видео на мою желтую орхидею, про которую я уже миллион раз ее снимала. Она у меня цветет круглый год и цветет до сих пор. Вот она, моя цветущая желтая орхидея, которая просто любит цвести. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Всем пока!